Здравствуйте, друзья. У нас сегодня гости. Зовут Катюша. Добрый день. И больше мы не знаем о ней ничего. Вот как тот самый пожар, на пожаре отличившийся атлет, который ищут пожарные, ищут милиция, да? А вот вас тоже ищут. Нет. Школа портного меня уже нашла. Отлично, отлично. Катюша, давайте мы начнем издалека. Вы вообще родом откуда? Москва. Ой, земляки. Ой, так а вы откуда из Москвы? Как бы северный район Москвы. Прожила практически всю жизнь на станции метро Войковская. Что ж там северный? Я там рядом работал. Я родился на Войковской. Да? Угу. Вот там, если знаете, школа Зои Шурокоц Минимянской. Вот у меня брат там учился. А я там роддомчик есть. 27-й. Вот я там родился в этом роддоме. Так что мы с вами, можно сказать, как-то с малой родины. Судьба. Да. Теперь, учились где-то? Естественно. Школу, институт закончила в Москве. Какой институт-то? Институт, значит, первые два курса Московская юридическая академия. Затем заканчивала обучение в институте Московского бизнеса и права, ну, собственно, по специальности гражданское право. То есть вы таки да, юрист? Да, таки да, юрист. Если бы доучилась там, где начала, могла бы уже кого-то посадить за это время? Безусловно, учитывая, что я училась на прокурора. Да вы что? Да. Знаете, ну хотя бы уже не так обидно, что симпатичный прокурор. Знаете, бывают такие рожи, как два срока получил. Ладно. Значит, как вы в Америку попали? Я в Москве вышла замуж, и муж мой, кандидат наук по химии, его пригласили работать в США. Ну, его компания открыла филиал в США, в штате Северная Каролина, и его туда пригласили работать. То есть вы, можно сказать, совершеннолетняя? Ну, 26 лет. Ну да, с виду, знаете, с виду так и все школьницы-то. Окей, значит, подождите, а муж постарше? Ну, немножечко, да. Прямо химик? Прямо химик. Прямо кандидат наук. И тут химиком работает? И тут химиком работает, да. Мы 3 года прожили в Северной Каролине, а затем он предложил... В Шарлотте или где-то? Ну, рядом Шарлоттом, маленький город, называется Винстон-Сейлем. Затем ему предложили работу здесь, в Силиконовой долине, в Санта-Кларе, тоже химиком. А давайте мы сравним вот жизнь в Шарлотте или там в пригороде Шарлотта и вот жизнь тут. Это на самом деле моя любимая тема, потому что я очень люблю жителям Силиконовой долины рассказывать о там, ценах в Северной Каролине. Моя самая любимая такая история, абсолютно правдивая, да, что мы вот с мужем снимали дом, 3-bedroom, да, это по-русски, по-нашему, 4 комнаты. Ну, естественно, там свой задний дворик, своя передняя лужайка, все как надо, за $800 в месяц. Это такое вы бы здесь снимали там 1000 за 4,5? Я думаю, даже больше. Ну да. Смотря где, но... Да, да, зависит от места. Ну что же, а там вообще как вот климатический, народ вообще какой? Ну вот нормально же жить там, нормально? Ой, я очень люблю говорить, что в Северную Каролину приезжаешь как в гости к бабушке. Тебя все очень рады видеть, все говорят, ой, какой ты стал худенький, давай мы тебя накормим вот такими вот бургерами, там, не знаю, горы картошки, барбекю, там, все тебе очень рады, все... Незнакомые? Незнакомые, да, незнакомые, прям ты идешь по улице, тебе навстречу идут люди, там, машут руками, улыбаются, говорят, привет! Ой, какая худенькая, давай иди к нам, да. Да, именно так говорят, ой, привет, там, какая у тебя клевая майка, какие у тебя там, не знаю, клевые ботинки, там все улыбаются, все тебе радуются, там говорят там хаял. Так вы 3 года жили в Северной Каролине. Именно так. Разрешение на работу, подождите, у мужа виза L была? Была виза L, сейчас грин-карта. То есть вы могли с первого дня работать фактически по L2? Ну, у меня заняло 3 месяца получение разрешения на работу. Да, да. Ну, как бы да. Через 3 месяца у вас было разрешение на работу, да. И вы что стали делать? Устроилась, собственно, в ту же компанию, где муж работал, отправлять заказы, да, то есть мой муж, он варил
всякие разнообразные вещества, да, химические. Я их отправляла нашим клиентам, там, различным исследовательским институтам, фармацевтическим компаниям. То есть, значит, муж варил, вы отправляли, а компания наваривала. Именно так, да. Хорошо, хорошо. Так вам, то есть вам платили даже что-нибудь за это там? Платили. Скромненько. Ну, для Северной Каролины так, нормальненько. Ну, хорошо. А деток у вас нет еще? Нет. Ну, так, совсем еще маленькие. Хорошо. Значит, дальше вы приехали в Кремниевую долину. Вас тут что-нибудь ошарашило? Ну, по сравнению с Северной Каролиной, не столько ошарашило, сколько порадовало то, что, ну, в принципе, наконец-то хоть какое-то движение, какие-то события вокруг, что-то происходит, потому что Северная Каролина, она очень тихая, да, мы все-таки с мужем молодые, мы любим, чтобы было больше там развлечений, вечеринок, концертов, там что-то происходило. Из Москвы, конечно. Да. У нас есть один знакомый, он когда-то с нами работал вместе, и поехал, давно, 20 лет назад было дело, он поехал работать в Microsoft, туда прямо, в Редмонд. И годика три поработал и вернулся. И я ему говорю, как вот если сравнить? И он говорит, ты знаешь, вот там Сиэтл, вот эти окрестности, так вот вид большого города, а ритм жизни деревни. А вот Кремниевая долина, наоборот, здесь такой вид вроде как село селом, а ритм жизни большого города. Да, именно. То есть, ну, хорошо. Так у вас друзья, тусовки, барбекю, там к океану, в горы, на лыжи, там есть такое? Вот здесь, в Силиконовой долине, это все как раз и началось. Да, здесь нашлись друзья, здесь появились тусовки. В общем, жизнь стала разнообразней и интересней. Так, немножко свету дал. Хорошо. Так к нам-то вы как попали? Ну, собственно, вот мы в марте этого года, 2016-го, переехали в Силиконовую долину. Я стала искать работу. Может, она была, да, мне искать пришлось. Вот, ну и, в общем, либо поступали какие-то предложения, которые меня не особо устраивали, там, ехать далеко, а там зарплата практически там минимальная или ниже, даже минимальный, ну, принятый, скажем так, минимальный, да, то есть, ну, так для айтишников и там, я не знаю, более для белой кости минимальный. Так вы на какую работу вы? Мы говорим на микрофончик. Да, извините. Приблизительно такое же, что я делала в Северной Каролине, да, то есть это какая-то работа, там, клерка, отправлять заказы, там, следить за выполнением заказов. Ну, помилуйте, вы же такой весь юрист. Я не хочу продолжать работать по специальности, мне передумала я, скажем так. Ну хорошо, а что вас привело к тестированию? Вы знали о нашем существовании до приезда? До приезда, по-моему, нет. Собственно, в тестировании у меня много знакомых, которые так или иначе связаны с разработкой программного обеспечения, с тестированием программного обеспечения. В принципе, меня всегда эта тема интересовала. В общем-то, на всех своих работах я всегда очень быстро как бы осваивала там то программное обеспечение, которым пользовалась компания. И на последнем моем месте работы так сложилось, что у нас были внутренние свои программисты, которые сами писали нам софт. Для отправки заказов, для склада и для всего прочего. И вот я была как бы primary user этого софта. И, собственно, находила в нем много багов, находила в нем много ошибок, постоянно, значит, о них рассказывала нашим девелоперам, обсуждала. Но вы не думали в это время о том, что есть такая профессия, или что это как-то к вам относится? Ну, как вам сказать, мне очень нравилось то, что я делаю. Мне очень нравился вот этот вот процесс именно общения с программным обеспечением, изучения программного обеспечения, но я как-то почему-то не связывалась с тем, что это и есть software testing. А как же оно в итоге произошло? Моя подруга, которая занимается сейчас в Москве, собственно, тестированием. Через Москву? Да, но я с ней продолжаю общаться, как бы она осталась жить в Москве, я с ней продолжаю общаться, несмотря на это. Ну, вот. Действительно, могла бы действительно порвать все связи. Да, господи, где-то Москва, да. Где Москва долина, и где долина. Действительно. Вот, но, да, она мне, в общем, послушав все мои как бы пожелания насчет будущей работы, сказала, что ты, ну, иди в софтвер-тестинг. Вот я слышала, какой-то Портнов Скул у вас там есть, зайди, посмотри, что это. То есть в Москве знали, а тут не очень. Да.
Именно так. Ну, вот, и вы так вот... Да, я прям не откладывая в долгий ящик, села в машину, приехала, посмотрела тут на офис, посмотрела... Отчаянная, друзья, отчаянная. Ну что? Я ведь ничего этого не знал. Я просто вижу симпатичную девушку, я думаю, а чего действительно у нас давно не было таких вот... Вот. Она, оказывается, из Москвы, да еще юрист, еще муж химик. Да. Вот. И как вам тестирование-то? Вот вы как давно учитесь? Ну, собственно, я заканчиваю программу «Экспресс». Uh-huh. Через несколько недель у нас будет «Файнал». Okay. Вот. Пока все очень нравится, и на самом деле все довольно знакомо. То есть не столько практики SQA именно, да, естественно, я не в этой... как бы среде, да, не в этой индустрии, но мне знакомы различные технологические инструменты, знакомы SQL, знакомы HTML, и все очень интересно, все знакомо, все прям отзывается в сердце. Ну, не сложно там тест-кейс какой-нибудь написать. Ну, что не там? Сложно, абсолютно. Не сложно. Некоторые люди мучаются. Знаете, вот есть мучение такого типа, не когда сообразить надо, а когда надо просто выучить. Вот, допустим, у нас есть такое место, где написаны тест-кейсы для там простенького такого интерфейса, там логин, паспорт. Угу. Ну, что там, ну, сколько там? Ну, да. И вот мы спрашиваем, ну, как вот будем тестировать? И они начинают что-то придумывать. Я говорю, что они придумают, что они не выучат? Вы можете логин, паспорт? Просто логин и паспорт? Да, вот два поля, такие кнопочки. Ну, значит, самый первый тест-кейс проверить, собственно, может ли юзер залогиниться в систему, использовать существующие комбинацию верную логина и пароля. Да, valid login, да. И valid password комбинацию. Молодец. Как мы называем эту хохмочку? Позитив. Нет, нет. То есть, вот happy path. Happy path. Да. Друзья, этот человек познал кое-что. Был на уроках, слушал действительно. Да, happy path, да. Happy path – это когда вот такой тест, ради чего вообще все создано. Потому что если этот happy path не прошел, то все остальное нет смысла тестировать. Если ты не можешь войти в систему с правильным логином и паспортом, то нет смысла дальше тестировать. Угу, верно. Соображает. Вообще юристы, надо сказать, у нас очень успешные. У нас сколько юристов было, хорошо идут, в начальники идут. Да. Еще смотрите, муж там скажет, что ты слишком много зарабатываешь как-то. Да, я и сама говорю, что ты там продолжаешь химичить, давай тоже в Портновскую. Да, нет, ну это рановато, рановато. Хотя действительно у нас были люди, которые переучивались, и химики, и микробиологи, и там биохимики, и вот все вот эти вот ребята, но это не были люди, которые сюда приехали по рабочим визам, mm-hmm. которые здесь уже с опытом и так далее. Они все-таки уже, как правило, хорошо зарабатывают, они твердо на ногах стоят. Я такого не видел. Он может оттуда приехать химиком и не может себя найти как химик вот тогда. Да. В основном так. Либо биологи и микробиологи, они даже вот PhD, но так мало зарабатывают, mm-hmm. что в какой-то момент их это... начинает просто делать жизнь невыносимой, и уже, знаешь, там 35 лет, там PhD, там 20 лет жизни отдал этому всему, и роста нет. И вот тогда они начинают так. Тоже бывает. Катюша, какой план вообще по жизни? Чего вы хотите от жизни? Наверное, странно прозвучит, но я хочу работать прежде всего. Ну, это краткосрочный такой план, да. Ну, как краткосрочный? Ну, ближайшие, так сказать. Ближайшие несколько лет я вот планирую там посвятить работе, путешествиям. Хорошо, хорошо. Я так как-то я тоже так хочу. Путешествия. Так, а сколько в семье должно быть деток? Сколько семья захочет? Ну, так вот. В вашей семье вот сколько должно быть деток? В моей семье? Да. Сколько мы с мужем захотим. Окей. А когда... Знаете, я просто почему вопрос такой задаю? Потому что я вижу такие случаи, когда девочки, смотришь, там они первого в 34, в 35 лет заводят. Угу. И да, как-то страшно делается, потому что я знаю, что очень многих людей в этом возрасте, ну, почти невозможно... То есть у них проблемы с этим делом. Я поэтому очень переживаю, когда вижу девочек, которые так откладывают. Когда нормально вот первого? Тогда, когда женщина хочет. Михаил, вы не, это слишком не такой, того, это не того точ, человека это об этом вопрос. Спрашиваете. Я уверена, что это все исключительно как бы личные
Это должно быть личное решение каждого человека, не надо там ориентироваться на то, люди планируют социум. Да, безусловно, но сейчас как бы медицина, она далеко продвинулась. Это можно правда, и в 40 лет правда. Рожать, и в 50. Первого, пожалуйста. Это правда? Да. Ну, я не знаю, у меня вообще такое впечатление сложилось, что в США люди до 30 лет вообще не задумываются ни о каких детях. Многие, да, я не хочу сказать, что все подряд, многие, ну, конечно, да. В общем-то, нормальная практика, да, там, после 30 заводить детей, и, мне кажется, мир уже давным-давно так существует. Мы таких, как вы, в 22-23 прожали. Да. Да, ну, это давно было, давно было. Хорошо, ладно, значит, путешествовать. Вы хотели бы остаться в долине, или вы хотели бы тут немножко пожить и еще куда-нибудь рвануть? У меня есть план посмотреть, как оно там все происходит в Сиэтле и Портленде. Очень вот, поддерживаю. Всегда так. Очень хотела съездить в Сиэтл, посмотреть на Сиэтл. Ну, если честно, у нас так планы, что вот как раз, когда мы там захотим детей, или если детей не захотим, мы захотим, например, на пенсию, то, может быть, вернуться в Северную Каролину. Так. В Северной Каролине так много работы, на самом деле. У нас люди отсюда уезжают, поработав пару лет, едут в Северную Каролину и в Шарлотт, и в этот треугольник, там Ралли. Да, и там, да вот, Ралли, да. Дюрам, да, вот Чапл-Хилл. Да, вот это место. Там достаточно много работы, и там все очень дешево. Именно так. А вы застали? У нас Настенька работала на фронт-деске. Да, конечно. Вот Настя с мужем, они поехали посмотреть, там что много наших студентов там, они поехали к ним, они дружат, поехали посмотреть, потому что они тоже думали, куда им поехать. И после этого поехали, посмотрели в Портленд, пригороды Портленда, и сказали, что, конечно, они поедут в пригороды Портленда. То есть что-то им такое... Переехали. Да, я не был, к сожалению, вот пока что в Северной Каролине. Не могу свои личные впечатления как-то высказать, но в Портленде окрестности их был. Там, конечно, очень классно, там и зелено, и погода, и там хорошо. И город, сам Портленд потрясающий город, конечно. В Северной Каролине тоже очень замечательно, там очень уютно, там тихо. Но по сравнению с Силиконовой долиной, конечно, может быть немножечко провинциально, вот поэтому я и говорю, что там отлично. Либо там детей выращивать, либо когда ты уже там заработал там все деньги, пропутешествовал куда хотел, ты там покупаешь там какой-нибудь себе супер особняк и спокойно там, а убираться в этом особняке, писать там, да, сколько там? Нет, я думаю, это не проблема. Нет, ну, если ты всю жизнь жил в Силиконовой долине и зарабатывал, да, то в Северной Каролине найдется, кто тебе будет особняк убирать. Это правда, да. Да. У нас и здесь находится, кому убирать, просто уже не такой особняк просто. Ну. Вот, ладно. А друзья? Вот друзья, да, общение. И еще вопрос родителей. Вот как с этим делом? Social, так сказать, life вот ваш. Опять-таки, когда мы сюда переехали, у нас social life стало гораздо активнее. У нас появилось очень много друзей, просто потому что, ну, у нас были раньше как бы с мужем виртуальные знакомые, да, то есть мы там сидели, общались на разных форумах и так далее. Но как бы в Северной Каролине почему-то, ну, как-то не удавалось найти там ни свою там тусовку, там, ни как-то влиться в уже существующий. А здесь гораздо, ну, я не знаю, как так получилось, что просто были более открытые, более дружелюбные люди, и к тому же все рядышком живем в Силиконовой долине. Поэтому вот буквально сразу, как переехали, там, в первые же выходные мы там поехали, там, шашлыки, там, не знаю, концерты, купаться, там. В школе познакомились с кем-то? Безусловно, да. И в школе у меня много друзей появилось. Девочки? Девочки, мальчики, все на свете. У нас, как бы, мне кажется, атмосфера хорошая. Такая, очень, да? Хорошая, очень все открытые, дружелюбные ребята. Немного отвыкла я, если честно, от того, что ты входишь в какой-то новый коллектив, который как бы не ты сам себе подбирал, а который сложился в силу каких-то обстоятельств, да, то есть это не твои друзья, там, не твои знакомые, а случайные люди. Я вот смотрю, на самом деле, на протяжении последних лет 20, вот как у нас появились из Индии люди. Да. Это произошло в 96-м году впервые. И я сравниваю вот девочек из Индии вот тогдашних и нынешних, это как вот два разных народа. Те были такие замкнутые, они даже друг с другом не очень разговаривали, так они вот так вот
держались. А сейчас я на них смотрю, они, во-первых, уже перестали одеваться, там свое национальное, ходят тут как местные клюшки. Вот, и, значит, они такие social, они такие тусовщицы, это просто кошмар. И в общем, так, они, конечно, какую-то дистанцию все равно внутренне как-то держат, но, скажем, вот для меня, например, из Китая люди, там, из Вьетнама, они как-то ближе немножко, они как-то более, вот, немножко более открыты, но даже из Индии, которые уже были совсем там за стеной, за стеклом, вот, они тоже настолько хотят пообщаться и открыты к дружбам, там, ко всяким таким, все время еду какую-то приносят, там, угощают. Вы, если будут угощать, от нее не соглашайтесь. Почему? Очень остро. Или чтобы вам досталось? Нет, нет, я не могу, для меня очень остро. Они еще, знаете, была девочка у нас одна, я смотрю, такая красная, как вот лимон, как что красное? Помидор. Вот, молодец. Помидор. И я ей, она еще такая альбиноска, знаете, такая белая вся. И я говорю, что случилось-то? Она говорит, он так, говорит, вот, там суннита. Я же ее спросила, говорит, острая, не острая. Она говорит, mild. Mild. Говорит, я, говорит, ее спросил. То, что кому-то mild, да, как-то то, что немцу там хорошо, русскому смерть или там. И наоборот. И наоборот. Да. И vice versa. Да. Так что, ну хорошо, Катюша, давайте мы, может быть, так. Пожелаем всем, кто нас слушал, чтобы у них успешно все сложилось. Вы, конечно, такой, знаете, пример иммиграции. Уж легче не бывает. То есть вот с мужем, там, на работу, такая как бы профессиональная иммиграция. И, то есть вы не бились за визу, вам не отказывали в посольствах. Но у нас действительно была просто красная ковровая дорожка до Силиконовой долины, от Москвы до Силиконовой долины. Все прошло очень мягко, как-то невероятно удачно. Давайте мы вот что скажем, чтобы все хорошие люди, которые нас смотрят, вот чтобы у них вот был такой замечательный путь, как у вас. Вот. Ну или приближающийся к вашему. Или еще лучше, да. Или еще, ну я же не знаю, как лучше, там, не знаю. Вообще прям прямым самолетом с Москвы в Силиконовую долину, сразу там 200 тысяч в год зарплата. Ну, сразу не обязательно. Ну что же, давайте тогда, у нас такая традиция, мы так вот ручкой делаем. Вот. А вы не смотрите наш канал, да? Вот вы нас не знаете. Нет. В общем, будете теперь смотреть. Теперь, и мы, друзья, прощаемся, значит, с Катюшей и передаем привет ее мужу. Вот мужу тоже покажете, ему приятно родителям будет. Родителям мы им обязательно передайте. Родителям привет, родителям. И я спросил, вы не ответили, что с родителями-то, они собираются к вам в итоге? Мои родители, да, очень как бы намеренно и четко так переезжать. Родители мужа, ну, как бы немножечко колеблются, но они вот навестили нас весной здесь, в Силиконовой долине, и, по-моему, тоже теперь. И амплитуда колебаний уменьшилась. Именно. Так родители же молодые, небось, господи, вы же сами тут детский сад. Да, конечно. Ой, хорошо, хорошо. И вы ждете гражданство или начнете раньше процесс воссоединения? Ну, моя мама, она по мне очень скучает и хочет как можно скорее, конечно. Мне даже, нам до гражданства просто еще 4 года. Это, ну, можно раньше начать, да. А говорит, внуков давай, говорит. Это скорее со стороны мужа. Вот. Ну, подождут. Да, говорить можно всем. Хорошо. Все, еще раз машем ручкой и уже точно прощаемся. Давайте. До свидания, друзья.